Вот уж воистину сегодня день обломов, друзья. Даже видосик, который для начала ролика я вам записывал, и то не сохранился по какой-то причине волшебной. Запишу новый. Вот. В общем, повторюсь, день обломов, ролик про проблемки, вершинки, не видно, вершинки айсберга. Вот. А, да, это вы. Вот. Давайте, друзья, учредим праздник такой, день обломов, например, там 10.09, пусть у нас будет праздник, день обломов. А то как-то совсем тоскливо. Нету такого праздника, да. И, друзья, уж прошу вас, не обломитесь, посмотрите видосик, а, пожалуйста. А то мы что-то на доколбасный период по количеству просмотров уже скатились. Что еще, друзья, вам рассказать? На базе закончился песок. Вожу вот сейчас из дома понемножку. Потому что каждый день нам нужно минимум 3 ведра. Но это вот просто вообще минимум. Надо заказать песок, а мне его там даже высыпать негде. Сейчас я использую дружбана Димку как штатив. На. Вот так вот, друзья. А вы это сама. А, это к тому, что мне нужен хвост, который будет двигаться. Что я делаю? Представляешь, Дима? Дал объявление, на работу девочку ищу. Ну, чтобы там снимала, да, там помогала с собачками. Нифига не могу найти никого. Никому нафиг не надо. Не то, что бесплатно, за деньги никому не надо. Все только кричат, что нужна работа, что нам негде работать. А реально работать никто не хочет. Вот, короче. Сейчас потихоньку перевожу отсюда, потому что там песок у меня закончился на базе, а мне нужен он там постоянно. Вот, ну тут кучки-то осталось, не знаю, на неделю хватит, если. Вот так. Матизик охреневает, короче. Спасибо, Димасик, ты шикарный штатив просто. Не за что, прелестно. Молодец, а тот стол как раз вот так по... Сколько? По 6, по 5 сантиметров получается. Он встанет вот так. Ты расскажи, о чем ты сейчас говоришь, чтобы это подписчикам было сверху, понятно. Сверху будки для честной собаки, для бигфиш, нужно поставить сверху. Это будет и стеллаж, и крыша. В общем, чтобы пространство экономить. Угу. Вот этот вольер как раз подойдет. Ну, не вольер, вот этот каркас как раз подойдет на второй этаж. Пойдем покажу. Ой, красота какая. Короче, вот я пока его поставил. Вот, можно обозреть темно изнутри на секундочку? Красота! О, мне нравится! Короче, ладно, это мы потом поправим, все уложим. Это сейчас просто для демонстрации. Мне все равно нужно будет это вытащить и все, отпилить саморезики. Вот. Это, короче, под пол, подстилочка такая металлическая, чтобы собачка не могла деревянные полы прогрызть, если что. Потом вот на этот лист мы раскатаем утеплитель, у нас там есть тонкая ватка. Но нет ДСП, то есть нету, все, совершенно нет ни одного нормального куска. Ты опять ударился. Я опять ударился. Вот. Ну и, короче... Доделывать будку не с чего. Такая ерунда. Человек, у которого я покупал ДСП, закрыл объявление свое, но, видимо, распродал все. Вот. И где его брать теперь по такой цене, я не знаю. А раньше я покупал, конечно, его очень дешево, там 180 рублей лист получался. Я не ошибаюсь, что мы с тобой как-то договаривались с мужиком, но он продал его, пока мы были в ветклинике с собакой. А, это был уже, то я покупал в Оксае, да. А это человек был с Новочеркасска, да, он продал, пока мы в ветклинику поехали, позвонил ему, что едем договориться, да, он его уже продал. Ну, было такое, ну что, ну было и было. Ну, обидно просто, вот, потому что недорогие. Да. Короче, ну, не с чего мне доделывать будку. Я не знаю, полы набирать, допустим, из досок можно набрать, пола дальше, что, будку из чего делать, опять же, ну, это гемор. Лист ДСП чем хороший, его потом заменил. Нужно там другую собачку посадить. Заменил эти листы. Это очень, ну, быстро. Ну, каркас сам обработал.
антисептиком, и все, и можно дальше использовать вольерчик. Угу. Так что нам очень нужна, как ты сказал, ДСП или что? Ламинированная ДСП. Да. Ну, в идеале, вообще в идеале, ламинированная фанера. Такая влагостойкая фанера есть. Строители используют эту фанеру для опалубки многоразовой. Но она вообще очень дорогая. Ее можно, даже если бэушную где-то раздобыть, там лист уже там не то, что 100-200 рублей, там, наверное, где-то в районе 1500 рублей лист будет стоить. Капец, конечно. Ну, да, ну просто как бы это мне пока недоступно. Хотя бы обычная ламинированная ДСП, там какие-то, это, как это называется, обкладочные листы. Вот. Угу. Может, у кого-то из подписчиков есть на очаге? Ну, может быть. Ну, это надежда такая. Так, короче, это очередной облом. Угу. Короче, это очередной облом. Из чего делать будку для честной собаки? Честная собака уже все лето просидела. Уже мы хотели ей вначале просто летний вариант запустить, чисто из сетки. Угу. Но сейчас уже как бы осень началась, уже нет смысла. Уже надо все дальше зашивать, конкретно делать нормальную, да, будочку. Такая история. Ой, прости. Просто давай им так же это. Ну, чуть побольше совсем увеличится он и все. Что? Что? Не слево. Короче, друзья, это еще один облом. Очередной сегодняшний облом. У Сашки заболел зуб сильно. Ей пришлось ехать к доктору в стоматологию. И теперь у нее немножко с мимикой проблемы. Чего ты смеешься? Смотрю, когда ты к стоматологу поедешь. Не, я боюсь к стоматологу ехать. Я смеюсь того, что это, ну, дорого. Дорого стоит все это дело. Смеюсь, чтобы не плакать. Короче, полечили зубик, и ладно, да? Правда? Я а, нет, за пикой. Я должна ходить в бесплатную эту. Короче, да, да, точно. Ты должна ходить к бесплатному стоматологу, естественно. Ты же из приюта, да. Ну, действительно. Мало того, что я тут похерил всю жизнь, еще ты должна. И Галя тоже должна. А Ира-то вообще, да, какое право имела не выйти на работу сегодня? Это еще один облом, кстати, сегодняшний у Иры. Ира не смогла сегодня выйти на работу. Мы сегодня, друзья, должны были ехать в шахты, ставить щеночкам чипы. Ну, Босяка-то у нас уже чипированная собачка. У нее уже подсознание лунное под контролем. Но Кая, Герду, Буму, Дротю и Бегемотю, да, мы сегодня договорились. И не можем уехать, потому что, ну, уже время, мы не успеем. В обед мне нужно выгуливать собачек на старой территории, мы не успеем вернуться к этому времени. А мы сказали вообще, говорили? Да, Босяка. Подписчикам, что проблема с чипами или нет? А, да, проблема с чипами, да, нигде нет. Ну, нашли вот в шахтах, в зооклубе. Угу. В клубе «Зоосфера». Реклама. Реклама, не реклама, но там эти чипы есть в наличии, и нам пообещали, Босяка, не нападай на меня. Скоро начнет перепрыгивать. Да. Вот, не нападай, не нападай. Все, друзья, времени очень мало, нужно бежать работать. Вот вам видосик на всякий случай, чтобы вам не скучно было. Про Босяку. Да, Босяка позавтракала. Пообедала уже, вернее. Босяка пообедала, довольная. Опять победила всех врагов своих. Вот такая вот Босяка. Так, ну все. Помашите ручками подписчикам. И быть добру. Даже чуть-чуть это праздник. Друзья, к нам приехал внезапно Пэтшоп. У нас сегодня день обломов, так что это подарок, да, который исправляет наш день, да? Да. Вот так вот очень просто можно исправить настроение в приюте. Найда! Так, давай я подержу или ты установишь? Да, Найда! Найда, не мешай! Глянь, Найда уже все. Ух ты! Найда, да успокойся, все, иди на место. Найда, иди на место. Какая красота. Нечаянная радость. Смог открыть? Да. Тихонько, тихонько. За Найдой. Вик!
Он бросил, короче. Лаванду взяла. Да, да, да. Много. Саша, надо не может выйти из будки. Ты застряла, нет, может. Надя. Все еще может. Застрянешь в будке. Там маска кричит там. А это кто? Колбасон. Колбасон. Колбаса. Ого. Ого-го. Найда, хватит! Я ваша, я лекарь. Да. Это колбаса! Кабаска. Что? Мешков по 200 сразу. Пожать вам заднюю лапу. Далматинка очистилась. Очень, да. Надо. Счастливо. Спасибо. Все, спасибо огромное. До свидания. Супер. Восхитительно. Блин, Са, солнце. Ничего ты не сделаешь. У тебя лицо пятнистое. Прикрой вот так вот лицо. Прикрой вот так лицо. О, супер. Я не знаю, видно или нет. Хорошо. Так? Наверное. Огромное спасибо. До свидания. Найда провожает всегда с болью в сердце. С болью в сердце и с печенькой в желудке. С болью в сердце, но с печенькой в желудке. Хорошо сказал. Следующий облом, друзья, на базе вообще нет воды уже вторые сутки. Вот вожу отсюда с дома. Сейчас это еще 50 литриков. А это на один день, даже меньше. Да, утром и вот в обед.